приготовлю рулет. Рулет у меня будет бисквитный. Здесь у меня мука и крахмал, сахар, белки, желтки, ванилин. Начинка у меня будет айва. Вот такая ароматная ташкентская айва. И яблочко. Это я буду варить. Сахар к нему. 100 грамм сахара на вот такое количество яблока и айвы. Айва не мелкая, крупная. Натру на терке и проварю с сахаром. Все, остужаю, и будет такая начинка. Ну и сейчас я сделаю сначала начинку, а потом уже подключусь. Начинку я проварила, и я решила сделать рисуночек. И добавила 2 столовые ложки какао. Сейчас я сделаю тесто и разбавлю. Оно будет гуще, я разбавлю его молочком. Щепотка соли сюда, пополам разделю сахар на желтки и белки. Приготавливаю. Перемешиваю белки с желтками и с мукой. Крахмал размешала я. Все, выкладываю и перемешиваю. Духовку грею 180 градусов. Ну и все, наверное, знают, что ингредиенты должны быть одинаковой температуры. Вот так хорошо перемешиваю. Выложила тесто, теперь разравниваю. Наношу рисунок. Мой бисквит пекся 10 минут. Я выложила, перевернула его на решетку сначала. Ну, показывать не стала, потому что тут размахиваться надо, полетит все. И сейчас начинку я выложила всю. От сока я ее не отжимала, пусть пропитывает бисквит. Вот так стараюсь равномерно. Ну, как получится. Этот рецепт проверенный, можно смело готовить. Очень вкусный рулет получается. И печется он быстро. Все, разровняла и теперь заворачиваю. Он не лопается, не трескается. Вот так вот. Заворачиваю обычным способом. Этот рецепт проверен, можно смело готовить. Я остужаю. И вот такой рулет получился. Он получится у всех, можете не переживать. Беспроблемный, никогда не подводил. И кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много интересного. Пока-пока!